Мені тут сказали. Він собі січе то проводить. Вони презентують нового Outlander. Завтра в 2 часа. Уже Кубани нету в Росії. Я пойду туда. Это самое. Чем мне эти голые памятники? Нахер мне эти достопримечательности? Тоже мне. Это так между делом. По пути. По пути. Вначале это же глупость. Ходить, смотреть. Поставили звезды. А потом все остальные корпуса снесли. Я живу не для этого. Поэтому там один корпус. Я всегда, куда я не приезжаю, я живу. Понимаете? А не как турист хожу по памятникам. Я живу, продолжаю заниматься своими делами. Все. Мне пофиг, где я живу. Да, если я не смотрю. Я хоть во Францию приеду, мне пофигу. Я приеду во Францию, у меня дома будет интернет, мне пофиг, я буду сидеть за компом. Да, я даже на эту башню не пойду, в жопу. Сначала как бы там по делу, а если там вечерком захочется прогуляться, схожу на эйф в башню. Понимаете? Как это происходит? Приезжаешь и просто живешь везде. Просто живешь. Я в прошлый раз, когда они проводили, был. В этот раз не проводили.